Черный тюльпан – это не только редкая разновидность цветка, но и самолет, который перевозил груз 200 – тела погибших советских военнослужащих. Михаилу Дудинскому тогда было 10 лет. Его дядя Николай Егоров вернулся раненым с этой войны. Сейчас он служит в ГИБДД Саратова. Не имея музыкального образования, Дудинский выступает сольно в академическом хоре Центра культуры «Родина», в сводном анапском хоре «Вокалист». Анапчанина называют «молодым Розенбаумом». И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, и значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. В ходе торжественной церемонии благодарностями главы города-курорта Анапы Юрия Полякова наградили ветеранов Афганистана, участников организации, которые занимаются патриотической деятельностью. Сегодня мы отмечаем и говорим спасибо тем, кто остался в строю, находится в строю, те, кто продолжает своим примером доказывать, что в жизни есть место подвигу, правде. И мы благодарим всех ветеранов за ту работу, которую они сегодня проводят в нашем муниципальном образовании по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кадеты из школы имени Старшинова в селе Пятихатки вручили матерям погибших в Афгане солдат, практически их сверстников, букеты цветов. Зал приветствовал этих женщин стоя. Их сыновей называли шурави, от арабского шура или совет. Именно им, советским парням, был посвящен торжественный концерт в день 30-летия вывода войск из Афганистана. Слова и музыку к песне написал капитан третьего ранга Олег Газманов. Эта песня стала своего рода гимном для всех тех, кто когда-либо служил России или является действующим офицером. Эта песня как раз посвящена тем, кто выжил в Афгане. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа регион.